Рад приветствовать тебя, мой друг. Меня зовут Виталий Дернин. Перед тобой посылка, которую я получу из Англии. Вот ты видишь перечень продукции, так и сама продукция. Я заказ оформил 3 марта 2018 года. Я всегда делаю заказ продукции до 15 числа, так как компания Дотера ежемесячно при заказе до 15 числа делает подарок. Я заказал продукцию Дотеры на 200 баллов, что примерно составляет 226 евро с учетом доставки из Израиля. Дорогой друг, я приведу цифры, которые, видимо, должны сказать о многом. Если бы я покупал продукцию Дотеры в Израиле, мне этот заказ обошелся бы в 245 евро. А так 226. Я сэкономил 19 евро. Деньги не большие, однако я получил эфирное масло грейпфрута стоимостью 21 евро и смесь эфирных масел Immortal. Цена 115 евро. Подарок. Подчеркиваю слово подарок. И это еще не все. На 200 баллов мне положен бонус лояльности. Это 30% от взятой суммы. Этот бонус – это продукция, которую я беру на свой выбор бесплатно. И в данном случае этот бонус составляет 60 баллов. Или 68 евро. То есть ежемесячно я приобретаю продукцию на 125 и более. Внимательно посмотрите на продукцию Дотера. На моей фотографии. Правда, много продуктов хороших и разных. Я говорю о фактах, которые я иллюстрирую. Общая сумма продукции, которую я получил по данному заказу в подарок, то есть без оплаты, составила 223 евро. Разница между оплатой заказа 226 евро и продукцией, которую я получил бесплатно, составляет 3 евро. Разве это не фантастика? Заплатить за продукцию 3 евро вместо 226. И, наконец, у меня ведь есть продукция на сумму 226 евро, которую я реализую. Внимательно посмотрите на эту продукцию, которая на моих подарках. Большое разнообразие. Я думаю, что нет необходимости говорить о том, насколько компания Дотера щедро вознаграждает людей, которые работают. В данном видео, я думаю, вы смогли увидеть, как я заплатил за продукцию мало, а получил много. Замечательно, нужное многим людям превосходной продукции компании Дотера. Если тебе это видео было полезно, ставь лайк. Оставь свой комментарий. Зарегистрируйся на моем канале. Желаю здоровья и благополучия. Всего доброго.